Яндекс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Эксперт по международным вопросам Роман Трубловский у нас сегодня в студии. И это как раз тот момент, когда можно обсудить самые важные, интересные, может быть, международные новости. Начнем с такого вопроса, который, наверное, волнует всех европейцев, и, наверное, Латвию в том числе, особенно с учетом того количества соотечественников, которые проживают в Великобритании. Ну, я так понимаю, что такого хаоса давно не было в Соединенном Королевстве, там какие-то 7 вариантов альтернативы Брексита обсуждается, но самое главное, что тот прогноз, который вы дали уже довольно давно и по поводу ухода Ангелы Меркель с политической сцены и Терезы Мэй, кажется, начинается оправдываться, да? Я так понимаю, что Тереза постепенно уже вещи собирает. Ну, добрый вечер, да, похоже на это. Ну, конечно, можно только выразить сожаление, потому что ей действительно выпал очень неблагодарная ноша и тяжелое время ее политической карьеры. Ну и, скорее всего, это будет заключительный подвиг Терезы Мэй, вот эти переговоры. То, что мы наблюдали на прошлой неделе, то есть вопроса даже 8 вариантов выхода Брексита, да, и уже несколько голосований британского парламента, которые как бы голосовали против всех вариантов этого выхода. Ну, на данный момент у нас ситуация такова, что последнее голосование, значит, отвергло все 8 вариантов. Сейчас на повестке дня осталось 2 варианта, то есть, которые более-менее нашли какую-то, хоть какую-то поддержку парламентариев. То есть, это вариант Британии, которая остается в таможенном союзе с Евросоюзом. И вопрос, второй вариант, то есть, выставить вот этот вариант на референдум, то есть, чтобы уже все британцы проголосовали за какой-то, скажем, вариант выхода. Со стороны Евросоюза, как мы знаем, то есть довольно-таки жесткие условия, то есть 22 мая выход, если есть договор, и 12 апреля, если нет, то есть тяжелый вариант. Поэтому я так понимаю, что в понедельник британский парламент опять будет снова голосовать за эти два варианта. Ну, так что будем смотреть, как это будет выглядеть. Угу. Конечно, надо понимать, что в Великобритании люди в парламенте, они тоже зависят от своих избирателей, то есть они должны четко чувствовать, какое настроение у избирателей. То есть мы знаем, какие были результаты, 52-48, когда был референдум о выходе из Евросоюза, поэтому, конечно, можно сказать, что там сообщество тоже разделено почти напополам, то есть богатый Лондон и бедные окрестности, то есть более развитый юг Великобритании и менее развитый аграрный север, значит, плюс проблемы с вопросом Ирландии, Северная Ирландия, Ирландия, граница между этими территориями. Так что, конечно, там очень много вопросов. Ну, думаю, будем ждать эту неделю, то есть 12 апреля не за горами, 22 мая тоже не за горами. Будем смотреть. Ну и, конечно, есть большая вероятность того, что Тереза Мэй уйдет в отставку. Да. Вот что касается вообще Великобритании, все-таки ваш прогноз после того, как она выйдет из Европейского Союза, ее вообще, не знаю, международный вес снизится, повысится или, может быть, наоборот, поскольку она уходит в свободное плавание, она как-то будет более самостоятельно действовать во внешней политике или вряд ли? Ну, я думаю, что надо давать себе отчет, что у Великобритании есть как минимум еще две огромные платформы, то есть особые отношения с Соединенными Штатами Америки. То есть, как ни смотри, то есть они особые по чисто историческим, значит, чисто исторические это особые отношения, да, языковые, культурные и все такое. И второе, не будем забывать, что у Великобритании есть еще одна довольно-таки внушительная платформа, это так называемая Commonwealth или, значит, Союз Содружества, угу, да, где входит Австралия, Новая Зеландия, Канада. Да. И очень большие много, страны. Да, большие страны с как бы определенными ресурсами человеческим и военным. Поэтому я не думаю, что они будут. То есть для Британии надо понимать, что как для бывшей огромной империи Евросоюз является только одной из политических платформ. То есть я уже назвал две другие. И надо взять во внимание еще один факт, что все-таки отношения Великобритании с такими игроками, как Франция и Германия, ну, практически никогда не были безоблачными. Они практически всегда, да, исторически были враждебными вплоть до 1945 года.
Да, поэтому, конечно, это историческая память и былого величия, и каких-то исторических, как бы, таких вещей, но она накладывает свой отпечаток на это. Поэтому я думаю, что Британия без Евросоюза есть, как я уже говорил, еще несколько платформ, которые будут удерживать на плаву, значит, влияние Великобритании, в том числе и на мировой арене. Еще одно важное событие, я так, по крайней мере, вот латвийский истеблишмент начал его уже отмечать, это 15-летие нашего членства в НАТО, я так понимаю, в этом году и 70-летие самого Североатлантического, да. Североатлантического альянса, тоже будут большие празднования, в том числе в Соединенных Штатах. Вот я понимаю, что, может быть, все 70 лет мы сейчас не будем обсуждать, но вот последние годы кто-то говорил о том, что вот НАТО вдохнули вторую жизнь, вот это противостояние Запада и России, теперь опять НАТО живет, развивается и так далее. Ну, начнем с того, что НАТО изначально была как бы организована как противовес Советскому Союзу и странам Варшавского договора, и поэтому как бы с дня своего основания в 1949 по 1991 год, то есть противостояние Соединенных Штатов и Советского Союза, как двух супердержав, и, соответственно, блока НАТО и блока Варшавского договора, конечно, в основном эта организация играла роль как бы сдерживания Советского Союза глобально, ну, особенно в Европе. Берем внимание, что Варшавский договор и Советский Союз контролировал все-таки пол Европы, включая и восточную часть Германии. Вот. После развала Советского Союза, конечно, встал вопрос о целесообразности НАТО и о тех задачах, которые эта организация может решать. Ну, выход был найден, то есть НАТО стало глобальным, НАТО стало, значит, принимать участие в операциях, вспомним, в Афганистане, в Ираке. Значит, 20 лет исполняется боевых действий НАТО против Югославии в Косово. Так что было историческое, да, да, это применение как бы НАТО, что она становится уже не как бы организацией, которая охраняет территорию или обороняет конкретную территорию. То есть организация, которая уже выходит из какого-то европейского контекста уже на глобальный. Вот. Ну, конечно, беря внимание, что в Ираке, в Афганистане, по большому счету, еще ничего не кончилось, НАТО опять пересматривает как бы свою доктрину, какие задачи оно должно решать. Ну и, конечно, одна из задач – это плюс надо отдать себе отчет, что НАТО сделало стремительный бросок на восток после, скажем, развала Советского Союза, несколько таких пошаговых ситуация, когда НАТО принимало новых членов, значит, сначала три страны – Польшу, Чехию и Венгрию, потом семь стран, три прибалтийских и Словения, Словакия, еще несколько стран – Румыния, Болгария, ну и потом еще следующая волна расширения НАТО в Балканах. Конечно, это была такая медленная, но верная тенденция приближения НАТО к границам Российской Федерации, плюс, как я уже отмечал, международные военные операции в Афганистане и Ираке, и в Косово в том числе. Вот. На данный момент нам надо дать себе отчет, что есть как бы две такие важные ситуации. То есть никто не откладывал ситуацию, что США является главным поставщиком военной мощи, военного бюджета этого альянса. То есть по разным оценкам, то есть где-то 75% военного бюджета НАТО – это бюджет Соединенных Штатов Америки. И, конечно, Соединенные Штаты имеют такие военные возможности, которые не имеют другие страны НАТО. Это во-первых. Во-вторых, конечно, те страны, за малым исключением, которые стали членами НАТО за последние 30 лет, включая прибалтийские страны, Латвию, это все-таки потребители безопасности, а не те, которые как бы, как США или Британия, или Франция, или Германия, которые имеют реальные военные, конечно, как бы, да. То есть, ну, вот ситуация такая, что, конечно, я думаю, что блок исчерпал как бы этот географический ареал, кого еще можно присоединить к этому ареалу. Во-вторых, беря внимание то, что мы знаем, что Дональд Трамп четко объяснил, что все должны платить по счетам, что больше не будет никаких как бы льгот, да, на льготных условиях для членов. Поэтому, конечно, блок НАТО, он, скорее всего,
пройдет очередную трансформацию. Конечно, нельзя забывать про Китай и другие страны, которые уже как бы достигли довольно-таки внушительный и серьезный уровень экономический, политический, военный. Да. Что касается вот участия Латвии в НАТО, мы слышим заявление, по-моему, господина Пабрикса, министра обороны. Сегодня он сказал о том, что уже и 2% от ВВП мало. Надо, чтобы в следующем году бюджет обороны прирос еще на 20 миллионов. Ему тут же оппонировал министр внутренних дел, который сказал, что средства нужно все-таки для внутренней безопасности больше сейчас, а не для внешней. Вот и с одной стороны, понятно желание министра любого прирастить свой бюджет, но, во-первых, возможности нашего бюджета мы уже не в состоянии учителей профинансировать, раз. Во-вторых, насколько я понимаю, все вот надежды на то, что латвийские компании, простите за цинизм, заработают на этом бюджете, ну, практически не оправдались. Сколько вообще латвийских компаний выиграют какие-то тендеры, связанные с НАТО? Не, ну, я думаю, надо просто четко дать себе отчет, что в Латвии и в маленьких странах не существует ВПК. То есть это невозможно. То есть нет военно-промышленного комплекса. Нет, в таком понимании да, да. Но какие-то услуги могут быть, да. Но это значит очень, скажем, простые вещи, что те страны огромные, которые имеют вот ВПК, начиная с разработками научными, потом внедрение да. это и очень стремительное как бы внедрение разных новых там ситуаций в войска. То есть есть вот этот весь такой, такая цепная реакция, начиная с разработок каких-то научных и кончая уже применением в, скажем, в космосе или в военно-воздушных силах. У маленьких стран просто нет такого комплекса. То есть они не в состоянии что-то предложить. То есть, ну что вы предложите, новую разработку ракеты там, или новую разработку каких-то подводных торпед? Конечно же, нет. То есть, это во-первых. Во-вторых, ну тут я, наверное, больше должен согласиться с министром внутренних дел, потому что, ну, если мы смотрим ситуацию сейчас, то есть, каждый день, когда я включаю телевизор, я смотрю, что проблема с медсестрами, что скоро, скажем, этот возраст медсестр будет такой, что они все пойдут уже в пенсию. Да. Молодых новых нету. Проблемы с финансированием, значит, здравоохранения. Потом на следующий день мы видим уже вопросы про учителей, которые уже тоже требуют деньги, кстати, которых обманули, и эти деньги уже обещали давно, но сейчас опять какая-то волокита. Потом... Сейчас у нас технический бюджет, как сказал Калинич, поэтому никаких. Да. Ну, это можно говорить все что угодно. Вопрос о другом, что людям и в-третьих, недавно я смотрел эту историю, в принципе, про учителей, в принципе, начиная с 2002 года, все время им что-то обещают, и все время они идут на какие-то не забастовки, а пикеты, и уже происходит. 20 лет прошло, и да. мы есть там, где есть. И отсюда вопрос, если четко ответить, конечно же, нет, но не надо быть опять передовиками. Есть 2%, это очень отличный показатель между стран НАТО. Вот когда все другие страны НАТО, включая Германию, Францию и остальные, повысят свой бюджет до 2%, тогда можно о чем-то думать. А сейчас опять играть в пионера, передовика, чтобы понравиться кому-то, ну, это как бы, я думаю, что Пабрикс, конечно, делает то, что он должен делать в плане своего политического, как бы, такого ракурса, но... Сейчас, конечно, надо, если мы говорим про безопасность, то больше денег надо, конечно, и полиции, и муниципальным полициям, то есть тем людям, которые отвечают за внутреннюю безопасность, и люди, которые будут теми первыми, которые будут вступать, скажем, в такое столкновение с террористами, угу. с оргпреступностью, с любыми такими как бы ситуациями. Ну и эти люди, конечно, должны быть отлично экипированы, они должны иметь не хуже социальный пакет, как это имеют военные. То есть тут я согласен. Поэтому никаких 2,5% ему давать не надо. Пока что пускай освоят эти 2 и покажут результат, что они купили и как они будут применять вот эти деньги. Да. Еще, может быть, такой вопрос, который хотел задать вот в этом контексте НАТО и господина Трампа. Кстати, Трамп, когда только заступил в право президента, он был весьма критически настроен по отношению к Северному альянсу. Потом, видимо, с учетом, не знаю, советов, рекомендаций советников, он как-то видоизменил свою позицию. Вообще, влияние Соединенных Штатов на НАТО будет ослабевать или возрастать? Потому что многие поняли, что Трамп решил, ну, мы будем свою армию развивать, ну, зачем нам это НАТО?
Ну, я думаю, что НАТО нужно Соединенным Штатам по одной простой причине. Через эту организацию вы не только помогаете, но вы и контролируете своих так называемых коллег. Тем более, что, как я говорил, вы финансируете, в принципе, весь бал, и поэтому у вас есть... Ну, Трамп думает, я думаю, он абсолютно прав, что у него есть право какие-то условия выдвигать остальным и требовать от них каких-то влияний или вливаний уже в военный бюджет. Поэтому сложно судить. Я думаю, что, конечно, влияние будет только больше на НАТО. Во-вторых, беря во внимание несомненный его внутриполитический успех, что, скажем, это комиссия Мюллера, на которую надеялись демократы, и тут наши либералы местные тоже, что она как бы даст толчок каким-то последствиям для Трампа, то есть она провалилась с треском. Я думаю, что Трамп, конечно, будет использовать вот именно эту ситуацию, чтобы, во-первых, ну, таком, как бы немножко отомстить всем тем, которые пытались его таким способом подвинуть. Ну и, во-вторых, конечно, это ему даст, может, и возможности, какие-то возможности на международном фланге, на международной арене. То есть никто не скидывал со счетов, что его обещание наладить отношения с президентом Путиным Российской Федерации. Вполне может быть, что эта внутриполитическая победа ему даст какие-то рычаги, значит, наладить это отношение. Да. То есть, фактически, вы считаете, что вот эта вся попытка Трампа изначальная все-таки каким-то образом наладить диалог с Москвой еще не исчерпана? То есть, есть возможность? Я думаю, что нет. Конечно, он будет оглядываться, и, конечно, надо понимать, что он будет бдить американские интересы всегда и везде. То есть, если российские и американские интересы где-то будут совпадать, то, конечно, скорее всего, не договорятся. Если нет, ну, то там может быть, конечно, какая-то конфронтация. Но сейчас у нас как раз ситуация в Венесуэле прекрасно характеризует вот накал страстей. Да. Да, вот это мы обязательно тоже обсудим, потому что это такой вот очень такая лакмусовая бумажка. Перевелся ненадолго. Новости, реклама. Раймонд Трубовский на студии. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Добрый день еще раз. Раймонд Трубовский на студии, международный эксперт. Мы как раз говорим об актуальных событиях мировой политики. Подошли к такой далекой вроде бы стране для нас, как Венесуэла, но там развиваются очень такие знаковые события вообще для всего мира, да? Я думаю, безусловно, потому что если мы смотрим даже наши местные там порталы, то тут тоже кому не лень, все пишут про Венесуэлу, про то, какие шансы Мадуру держаться и какие шансы Гуайдо захватить власть. То есть, конечно, надо еще как бы брать и понимать ситуацию, что там сразу же завязаны интересы и США, и Китая, и России. Я уже не говорю о таких региональных странах, как Бразилия, Колумбия, Куба и все остальные. То есть у каждого там свои интересы, каждый поддерживает свою сторону. На данный момент мы видим, ну, реальное двоевластие. То есть есть официально признанный президент Мадуро, которого поддерживает Китай, Российская Федерация, Куба, по-моему, Турция, и еще остальной мир. И есть, значит, претендент, можем так его называть, спикер парламента Гуайдо, которого поддерживают, которые признали где-то, ну, 60 стран, начиная с Соединенных Штатов, ну и кончая Латвийской Республикой. Но, беря во внимание ситуации, те победные реляции, которые уже были в некоторых порталах там 2-3 месяца назад, что дни Мадуро сочтены, что демократия восторжествует, что молодой энергичный Гуайдо станет президентом, ну, как-то мы не видим никаких успехов для них в этом фронте. Поэтому я все-таки могу сказать свое мнение, что я думаю, что Мадуро выдержит вот эту осаду, тем более, что Китай, Российская Федерация, Куба, еще несколько стран ему активно помогают политически и, я думаю, другими какими-то методами. Поэтому мы видим, что революция, цветная или не цветная, но она откладывается все-таки. Так что там будет... То есть все-таки Мадуро власть удержит, да? Несмотря на все потуги Гуайдо. Ну, я думаю, надо тоже помнить реалии Латинской Америки и Центральной Америки. Вооруженные силы, генералы там имеют огромный политический вес. То есть и в 19-м, и в 20-м веках военные перевороты, генералы, которые были президентами еще до недавнего времени, там в Парагвае, в Аргентине, в Бразилии,
То есть там абсолютно другой менталитет. И я думаю, причина проблем Гуайдо, что он и увидит, как все-таки человека, вставленника Соединенных Штатов, который там учился, обучался, приехал. И вторая проблема, что вооруженные силы Венесуэлы, с небольшими исключениями, они полностью на стороне Мадуро. И исходя из этого, то есть, ну, будет очень сложно обойти вооруженные силы. То есть, если они будут стоять на своем, а скорее всего, они будут стоять на своем. То есть, конечно, Мадуро держит власть. Самое печальное, что может быть, это, конечно, гражданская война или какая-то военная интервенция в эту страну. Но, опять же, беря во внимание, значит, менталитет и историю Южной Америки, на Центральной Америке тоже гражданские войны, военные перевороты, это там за последние 200 лет это было в порядке вещей. Поэтому ничего нового или страшного для них там не будет. Поэтому я берусь все-таки, мой прогноз, что Мадуро власть удержит. Да, вот еще одна точка на карте мира, которая намного ближе к нам, и уже воскресенье, знаковое событие для Украины. Мы знаем, что там, наверное, три фаворита, если с учетом рейтингов: Зеленский, потом Порошенко, потом Тимошенко, ну, еще, по-моему, четвертый Бойко. Понятно, что одним туром все не ограничится, но все-таки какие здесь ощущения, и насколько вероятно, вот если мы говорили, что у Мадуро, наверное, больше шансов, чем у Порошенко, удержать власть, вот какие ощущения, удержит Петр Алексеевич вообще власть там или нет? Я думаю, это вопрос на, как говорят, на миллион, потому что там, ну, такие противоречивые какие-то сигналы, то есть и удержится, и что вообще не придет, не пройдет во второй круг, и что Зеленский будет президентом, то есть очень много разных версий, да, поэтому, ну, если честно, я даже не берусь судить, но я все-таки думаю, что он не будет выбран президентом, то есть он, скорее всего, пройдет во второй круг, но беря внимание вот такой напор Зеленского и такие, как бы, его хорошие показатели в предвыборной борьбе, то есть он, как бы, себя противопоставляет уже вот нынешней системе, и Порошенко, то есть имеет, как мы видим, определенный успех и видим определенную поддержку населения Украины. То есть я не сбрасывал бы Зеленского со счетов и так, что вот Порошенко во втором круге его выиграет. Опять же, может быть, и второй круг без Порошенко, с Тимошенко. То есть там вариаций очень много разных. И я думаю, конечно, есть еще этот сегмент, который, как бы, не хотят отвечать то, что мы имели на выборах. То есть есть, наверное, ну, довольно-таки много людей, которые еще не определились. Поэтому там будет, конечно, очень такая интересная борьба. И я думаю, что, ну, Порошенко уже себя показал. То есть, наверное, надо дать дорогу каким-то молодым или, скажем, тем людям, которые еще не были замечены в политике. То есть я думаю, что это было бы на благо Украины, если были бы какие-то, скажем, новые веяния. Да, вот. Потому что, к сожалению, ну, должен еще сказать, что Украина все-таки, ну, если мы смотрим, вопрос Российской Федерации, вот вопрос, я хотел сказать, с Донбассом. Ну вот Порошенко говорит о том, что он решит вопрос и с Крымом, и с Донбассом. Вопрос как? Если он собирается воевать, то это никто его не поддержит ни в Европе, нигде. Как он это решит? Во-вторых, не будем забывать, что хотя об этом мало говорят, но у него и так есть вопросы и с Израилем, у него есть вопросы с Польшей, у него есть вопросы с венгерским миноритетом в Ужгороде, Закарпатье. То есть там очень много разных... Там у них уже у большинства венгерские паспорта. Тем более, да. Плюс, да. Поэтому там, я думаю, они имели неосторожность. Вот вопрос с Польшей по разным печальным итогам Второй мировой войны и геноцидом поляков. Вопрос, скажем, да, вот то, что было уже упомянуто, о венграх, которые в Закарпатье, которые очень, как бы, так хорошо берут венгерское подданство и паспорта. Да, я не знаю, как он будет решать вопрос с Крымом и с Донбассом. Ума не приложу. Если он будет думать, что он будет это делать силовым методом, то, скорее всего, это будет провальный метод. Плюс я не думаю, что его кто-то поддержит в Европе. Да, ну, посмотрим, что предложит, так сказать, Зеленский. В какой-то степени это вообще, ну, сенсация, да, что человек с телевидения, ну, шоумен по существу, сейчас находится во главе рейтинга. Ну, мы имели уже в недавнем прошлом такие варианты, как в Исландии, там я
Я понимаю, что там кто-то из комиков стал даже там руководителем муниципалитета Рейкьявика, еще несколько таких моментов. И в Польше там были, по-моему, такие кандидаты, которые набирали довольно-таки приличный рейтинг. Так что это, ну, можно сказать, это такое протестное голосование против истеблишмента. И комики, как нельзя лучше, они как-то вот эту линию, этот посыл народа, они как-то очень хорошо коммуницируют. И поэтому, ну, скорее всего, это и есть часть успеха Зеленского пока что. То есть, ну, мы все очень скоро увидим. Да, мы увидим, как это все произойдет. Что касается вот латвийской внешней политики, если таковая есть, мы знаем, что господин Ринкевич продолжает руководить вот нашим внешнеполитическим ведомством. Ну, пока не видно, да, никаких вот признаков, что будет улучшение отношений между Латвией и Россией. Видимо, мы ждем какого-то общего сигнала, да, от Соединенных Штатов или от Европейского Союза. Ну, я думаю, что плюс в том, что я, по крайней мере, после выборов, ну, наверное, не слышал таких громких выпадов в сторону Российской Федерации. Да. То есть это уже можно считать плюсом. Это уже плюс, да. Если мы сравним то, что он наговорил и наделал, какие решения принимал, скажем, до этого, конечно, он чемпион в том плане осложнения отношений Латвии и России, то есть безусловно. Но сейчас я как-то не наблюдал какие-то резкие выпады. Скорее всего, да, скорее всего, ждут какую-то общую платформу Европы, которая будет видна только после выборов 25 мая в Европарламент. То есть это будет очень серьезный индикатор по настроениям европейцев. Да, вот сейчас мы об очень этом тоже переговорим. То есть, конечно, да, мы можем говорить, что да, Европарламент, по большому счету, он все-таки там не будет какие-то вопросы решать, но, безусловно, ясно то, общеполитический что расклад это абсолютно ясно, что абсолютный индикатор настроения европейцев будет на виду. А этот индикатор будет очень простым, что можно называть их как угодно, популисты, антиевропейцы, они наберут гораздо больше мест. То есть они будут усиливаться, они да? Они будут усиливаться, они наберут гораздо больше мест, и традиционная коалиция народной партии и социал-демократов, которая была на протяжении многих лет, и которая практически вот выбирала и еврокомиссаров, и да, практически... Что бы там ни говорили, что они вроде бы идеологические антиподы, но они, очень да, даже они, хорошо они, сотрудничали, да. Они спокойно сотрудничали. Так вот, они могут потерять где-то до 100 мандатов, 400 это на 300. Много. Это много. И не потеряют... За счет популистов, да, так называемых? Ну, конечно. То есть и... Ну, видимо, националистические тенденции будут усиливаться, да? Не обязательно. Не обязательно, не обязательно. Да? Просто антилиберальные. Они не обязательно националистические. Они просто консервативные, антилиберальные. То есть они будут направлены против миграции, против элитаризма, против разрыва между богатыми и бедными. То есть можно это называть как угодно, но, в принципе, тенденции посыл ясен. И поэтому вот после этого мы видим вот эту тенденцию. Опять же, выборы в Нидерландах показали тоже, что партия, которая еще, скажем, 4 года тому назад еле-еле там дышала, сейчас выиграла эти выборы. И партия премьер-министра Нидерландов, скажем, которая была вот в этом мейнстриме либеральным, она потерпела поражение. Вот это есть эта тенденция, которая, ну, скорее всего, и будет преобладать. Я так понимаю, что эпоха Юнкера-Могерини подходит к концу. Абсолютно точно. То есть все эти пьяные поцелуи, да, так сказать, и так далее. Ну, когда у вас большинство, скажем, и вас выбрали, вы можете там делать все, что угодно, никто же вас не снимет с должности. Естественно. Что касается выборов в Европарламент в контексте Латвии, мы знаем, что как никогда много кандидатов, в том числе таких знаковых фигур. Можно ли ожидать здесь какой-то сенсации? Или вот все так, как мы прогнозировали? Видимо, согласие может получить 2 мандата, не знаю, скорее всего, и новое единство попытается, как теперь премьерская сила, получить больше 1 мандата? Ну, я думаю, что, во-первых, надо сказать, что там сколько, 264 человека, которые хотят стать да. евродепутатами на 8 мест. Да, на 8 мест. То есть это каждый конкурс. Каждый вуз, наверное, позавидовал. Позавидовал. Оксфорд и да, Гарвард. 30 да. там больше человек на да, место. Да, на место, да. Вот. С другой стороны, я думаю, что там несколько моментов. Первый момент, что явка, конечно, будет очень низкой. То есть, все равно, да? Все равно. То есть главная проблема будет не столько себя порекламировать, сколько мобилизовать вообще свой это электорат. Будет, да? Это будет главная задача и проблема. То есть, потому что явка будет, ну, я думаю, так 25-30%, это во-первых. Практически как 5 лет тому назад. Да, да. Потому что там две причины. Во-первых,
короткое, скажем, лето латвийское, люди, которые просто 25 мая поедут на природу, скорее всего, в субботу. Во-вторых, что многие, которые живут в Риге, им надо будет голосовать по месту прописки где-то в себе. Кстати, деревне, да, у нас же как на выборах в самоуправлении. Да, ты не можешь на любом участке голосовать. Они не поедут, скорее всего, обратно из-за этого. Да. В-третьих, ну, электорату все-таки гораздо важнее, скажем, ямы, какие-то колдобины, проблемы, трубы, чем какие-то, скажем, стратегические высокие материи Евросоюза. Многие даже и не понимают, в чем полномочия Европейского парламента. Да. Да. Поэтому он тоже думает, что кто-то ему починит что-то, если выберется. Вот. Поэтому, исходя из всех этих, значит, будет маленькая явка. Задача партии просто максимально мобилизовать свой электорат, чтобы они пришли и проголосовали. Исходя из этого, я думаю, что из 8 мест расклад будет такой, что согласие, ну, думаю, 2 места оно получит. Это 100%. Потом уже те партии, которые там за остальные 6 месяцев будут бороться, ну, наверное, единство за националисты получат там каждый по одному мандату, ну, может СЗК. То есть, кому надо будет очень сильно бороться, и которые, скорее всего, не попадут, то есть, это консерваторы, это... То есть, новые силы могут и не попасть. Ну, они уже все показали. Да, тем более, я так понимаю, своим профессионализмом, в кавычках. Да, но самое интересное, что вот новые консерваторы, КПРВ, меня удивили в том плане, что они даже не пытались каких-то знаковых фигур вообще выдвинуть первыми. А какие у них знаковые фигуры? Ну, хотя бы те, кто в правительстве, ну, хотя бы для приличия. Ну, еще 5 месяцев тому назад этих людей вообще никто не знал. Даже, и многих и сейчас не знают. Даже, да, поэтому, я думаю, называть их знаковыми фигурами-то... Это уже, ну, как бы... Да, понятно. То есть, фактически, им и некого было предлагать вот, в качестве таких вот лидеров списка, да, узнаваемых. Ну, скажем, они нашли вот Кудорса, консерваторы. Политолога, да. Политолога, да. Ну, хватит ли у него опыта и харизмы, чтобы вытянуть весь список, не знаю, не знаю. Ну, он, конечно, обещал там бороться с российской угрозой. Ну, там посмотрим. Таких много желающих? Там таких много желающих. Там Сандра Калнета готова, как всегда, да? Ну, поэтому я думаю, что вот единство, скажем, это БЛНК, ЗИЛа. Скорее всего, опять. Домбровский, скорее всего, от единства. Ну, вот будет интересно, как стартует Русский Союз в Латвии, потому что они, в принципе, будут на тот же избирателя, что и согласие претендовать. Ну, они могут один мандат получить. Получить. Да, то есть, может быть, ситуация еще такая, что 2 мандата у согласия, один у Русского Союза Латвии, ну и на 5 оставшихся мандатов единство за националисты. Очень много. Будет схватка такая. Ну, я думаю, что этой схватки в том фланге проиграют консерваторы и Каймиш. То есть, там получат места, значит, вот СЗК, ТБ. Это значит, что фактически избиратели очень быстро поняли, что вот эта вот мессия в виде новых сил, я имею в виду КПВЛВ и новые консерваторы, и даже частично атеисты БПА, вот это вот для развития ЗА, что не нужно, чудес не бывает, да? Ну, проблема с электоратом ихним та, что они ждут, конечно... как бы это называется, медведя счастья или мессию, которая все принесет и сделает. Им же обещали все. Нету, они сразу уходят. То есть это не очень стабильный электорат, они, да? Ну, говорят, где наши зарплаты, пенсии, пособия? Они все это спрашивают и сразу уходят. То есть это всегда так было и будет. Это опасность популистов. Они могут волну поднять. Но ненадолго. Потому что у них нет рычагов и нет понимания, а как же они будут выполнять все это. Да, мы же видим, что происходит в партии Каменча. Да? Или будем делать 6 министерств из 13, или КОЗ отменим завтра, или еще что-то будем делать. Где это все? Это все правильно и хорошо, только где это все? Сокращение чиновников они обещают на 30%. Зарплаты учителям, зарплаты медикам. Где? Хороший вопрос. Да. Нет, ничего не сделано. И, видимо, и не будет сделано. Конечно, чудес не бывает. Конечно, не будет. Откуда? Они говорят, что дайте нам денег, мы все сделаем. Ну, так это любой может. Имея деньги, мы всем все сделаем. Все это можем. Да. Но бюджет такой, которого есть, да. Да. Так поэтому я думаю, что очень многие уже разочаровались. Особенно, я думаю, разочаровались даже не в консерваторах, а в партии Каменьш. Да, мы же видим, какие там процессы внутри происходят. Ну, если они даже в первые уже разделились на две части, половина. И там уже рейтинг 3,5% уже, да, ну, после 10. Ну,
Половина входит в правительство, вторая половина не входит в правительство. Как это понимать? Это фракция или это партия? Что это такое вообще? Это вообще очень интересно, да. Как в одной фракции часть поддерживает правительство, часть не поддерживает. Это еще почище, чем у Терезы Мэй, по-моему. Не, ну да. Это может быть. Я это понял бы, если это было бы по поводу каких-то стратегических разногласий. А скажем, тут вообще, Брекс. Да, да, да. А тут они уже разругались на первый день после вообще... Потом все перешло на личности, кто кому давал взятки. Кому что, да. Прямо с трибуны обсуждаются суммы. Они как бы честные люди, им скрывать нечего, они говорят прямо, чтобы все слышали. Да. Ну, и избиратели тоже слышат, да. Он слышит, видит, но самое главное, что избиратель видит, что денег у него не становится больше, что все эти посылы и все эти посулы, которые у них были, ничего из этого, вообще ничего. И, кстати, власть они тоже проиграли, отдав самой маленькой фракции. Это тоже показатель, не правда ли? Вряд ли избиратель вот КПВЛВ был в восторге от того, что теперь правит новое единство. Не, ну как, они же боролись, они же именно сделали свой рейтинг, когда они критиковали кого? Новое единство. Новое единство потерпело сокрушительное поражение, но вот мы видим вот эти все переговоры, 100 дней и больше, да, они все-таки привезли ситуацию, где новое единство имеет премьер-министр, министр иностранных дел и министр финансов. И, в принципе, чувствует себя неплохо. Даже с 8 мандатами, всеми. А те, у которых 16 мандатов, то есть они чувствуют себя не очень хорошо. Потому что мы видим, скажем, провальных, откровенно провальных министров, которые вообще не понимают, куда они попали и что они должны делать. Да. Ну что ж, так вот у нас время быстро подошло к концу. Раймонд Рубовский у нас был в студии. Мы обсудили международную политику, чуть коснулись ситуации в Латвии. Большое спасибо. До свидания.